Пышный праздник без сектой в честь рождения новорожденного жители поселка Жанаталап устроили в этом ресторане. Зал на 400 человек был почти полон. Тогда гости еще не догадывались, что вечер закончится благополучно далеко не для всех. Конечно, погад отравили сразу 10 человек. Санэпидемстанция временно прекратила работу ресторана. Сейчас здесь ведется проверка. Руководство ресторана разговаривать с журналистами отказалось. Здесь говорят, что на их кухне никакой инфекции быть не может. А охранник, который только вступил в смену, пояснил, что гости виноваты сами. Я ничего сказать не могу. Я только в смену вступил. Знаю, что праздник был без спиртного. Но после кумыса некоторые стали дыню и арбуз есть. Может, из-за этого? С праздника в инфекционную больницу на скорой увезли 3 человека. Остальным помощь оказали на месте. Состояние больных врачи оценивают как стабильное. Нам 12 ночи поступили трое. Двое женщины и один мужчина. Всем примерно 30 лет. Диагноз пищевая токсиинфекция. Ну, ели там разные салаты, много блюд был. Первый, второй кушали, даже третий, по-моему, был. Там бахчевые были там. Сейчас санитарные врачи пытаются выяснить, что стало причиной отравления. Итоги проверки будут известны уже через несколько часов. Если выяснится, что виноваты все-таки рестораторы, то на той хану наложат штраф. Екатерина Попкова, Бахадыр Тажибаев, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».